Октябрьск победил в конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Эксперты оценивали 198 проектов из 82 регионов страны. В числе финалистов оказались 4 муниципалитета Самарской области. Города Жигулевск, Кинель, Октябрьск и историческое поселение Сызрань. В итоге гранты распределили между 20 историческими поселениями и 60 малыми городами. В числе победителей проект реконструкции центрального пляжа Октябрьска. На его реализацию город получит 80 миллионов рублей из федерального бюджета. Помимо гранта от федерального бюджета, будут выделены деньги с регионального бюджета. Кроме того, основным условием конкурса было привлечение частных инвестиций в проект. Проект поддержан жителями города, предпринимательским сообществом. Он даст новый толчок для развития города. Я хочу поблагодарить за то, что мы все-таки приняли для себя решение участвовать в этом конкурсе и губернатора нашего, потому что он нас вдохновил, он нам придал новых сил именно после приезда 19 апреля. И я думаю, без этого не смогли бы мы победить. И, безусловно, правительство Самарской области, Министерство энергетики и ЖКХ, потому что эти полгода они нас вели буквально как вот котят, как что называется. Ну и, безусловно, самый большой вклад инициативы жителей, которые они проявили,